Всем привет! Скоро состоится премьера четырехсерийной мелодрамы под названием «Рыбка по имени Люба». Если вы планируете смотреть данный сериал, ставьте лайк, чтобы видеть, сколько нас. Эта история началась 3 года назад, когда подруга Лиза подарила ей золотую рыбку, способную исполнять желания. Именно с этого момента Лизе во всем везет. Сначала она встретила своего возлюбленного, и вскоре пара поженилась. А позже Лиза и Ваня выиграли в лотерею квартиру и были на 7-м небе от счастья. Они строили планы на будущее, и все бы было хорошо, если бы их новым соседом не оказался бывший одноклассник Лизы, неуклюжий ботаник Денис, который в школе все время настырно за ней бегал и не давал проходу. Лиза боится, чтобы из-за него не потерять все то, что ей так дорого. Чем закончится эта история, узнаем, посмотрев данный сериал.